Научно-образовательный семинар был организован представителями платформы Web of Science. Они неоднократно уже приезжали в Казанский федеральный университет. Сейчас же у них новая компания Clearovate Analytics и представили слушателям новые ресурсы на старой платформе. Это прежде всего патентная база данных, которая, в общем-то, пока неизвестна пользователям Казанского университета, а патенты – это вообще очень важное направление в инновационной деятельности, в том числе они могут использоваться и в исследовательской деятельности. На семинаре продемонстрировали возможности различных баз данных, текущие достижения ученых Республики Татарстан в них, а также разобрали основные примеры использования указанных ресурсов для проведения научных исследований. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.